Бегать на лыжах можно и в темное время суток. Спортивный комплекс «Метелица» завершил работы по освещению 3-километровой трассы. Мои коллеги опробовали обновленную лыжню. Хорошая новость для бирских лыжников. В городе появилась полноценная освещенная трасса протяженностью в 3 километра. Тестовое включение освещения состоялось в минувшие выходные. Благоустройство трассы не исчерпывается установкой фонарей, рассказал директор спорткомплекса «Метелица» Сергей Дружков. Поставили перед входом на трассы, на основные, схему трасс с телефонами спасательных служб, если что-то, не дай бог, произошло на трассе. То есть я думаю, что получили мы красивое функциональное использование трасс, и человек, даже пришедший со стороны, я думаю, не заблудится. Если раньше направление движения лыжники могли определить только при помощи интуиции, то теперь им в помощь были установлены вот такие замечательные указатели. Указатели направляют по широкой тропинке в глубину леса. Когда выпадет побольше снега, здесь будет полноценная лыжня, за которую не будет стыдно даже перед именитыми спортсменами-лыжниками. Столбы стоят вдоль всей трассы примерно на расстоянии 30 метров друг от друга. На них установлены мощные светодиодные лампы. А чтобы спортсменам было удобнее ориентироваться, вдоль трассы установлены вот такие перила. На благоустройство трассы и установку освещения были направлены деньги из городского бюджета, а также средства депутатов законодательного собрания области. А оценить новую трассу мы попросили горожан, которым уже не терпится выйти на первый снег. И летом ее начинали уже готовить, расширили ее. И сейчас в течение вот зимний период настанет, сейчас, правда, снега маловато. Снег в лесу выпадет большой, и кататься будет хорошо. То есть 3 километра для того, чтобы для тренировки, особенно в ночное время, потому что у нас же в Новосибирске, ну вообще в Сибири темнеет рано, и кататься будет и хорошо, и как бы и трасса качественная. Официальное открытие трассы намечено на начало декабря, говорит Сергей Дружков. С первых чисел декабря она будет функционировать с 6 часов вечера до 10 часов вечера. Каждый желающий может прийти, воспользоваться услугами этой, будем говорить, освещенной трассы. Накатывать мы ее будем тоже еженедельно. Значит, протяженность ее составляет 3 километра. Ожидается, что открытие пройдет в форме большого спортивного праздника для всех горожан.